Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку «Растения против зомби». Но сегодня мы с вами будем не батлиться, а сегодня немножко по-другому. У нас тут где-то задание есть крутое, да, вот. Можно 60 растений солнца взять. Я хочу принять участие. Ариат, все нормально, я уж испугался, что думал, что испытаний нету. 3 дня еще у нас есть. Так, World LT на миры, испытания, теперь все отдельно у нас. Так, вот я хочу вот это попробовать пройти. Давайте вместе с вами рискнем это сделать. Окей. Так, я в принципе готов. А что у нас тут есть? У нас тут есть... Ух ты, царь. Так, ну-ка. Двоих пока что поставим. Сюда давайте. Так, вот так. Что ты нам даешь? А, она нам дает лепесток. Отлично. У нас есть один лепесток, нам надо еще вот этого освободить. Так, одного мы сделаем. Он успеет, нет, интересно. Так, сюда давайте поставим. Так, отлично, растоптал. Я не знаю, давайте сюда поставим. Сюда поставим. Вперед нам надо. Сколько уже лепесточков у нас? 3 лепестка. Блестяще. 4 лепестка. Давайте уже, наверное... Блин, нам надо задействовать. А, я не знаю, что делать. Слишком много лепестков. Так, ну мы явно пройдем это испытание. Да, что ты будешь делать? Так, короче, давайте активируем. У нас и так слишком много их. Так, по центру. Да что ты будешь делать? Так, еще один. Собрали. Я не знаю, кого в центр поставить. Давай ты идешь, ты идешь. Ты идешь. Так, нифига себе, мы размочили их. Блин, по центру мы так и не поставили. А если вот так, допустим, ладно. Он дополнительные минки хотя бы кидает. Так, идет по центру. Так, идет сюда. Нифига себе, мы просто всех смели. Офигенно здорово. Так, ну мне понравилось испытание. Это пока штука первая, там будет, я думаю, сложнее. Единственное, знаете, что плохо? У меня очень мало денег. Это катастрофически плохо. Чисто из-за этого мы можем проиграть. Так, нас сюда перекидывают. Потом я хочу, наверное, вот это испытание тоже пройти. 3 дня осталось, я думаю, мы успеем. Испытание надо проходить, это очень важно. Так, ждем-с. И отходите больше растений против зомби, чтобы я делал донатики, чтобы у меня было все растения. Поэтому мне нужны пальцы вверх, ребята, очень срочно. Можешь друга попросить. Это помогает продвигать видео вроде как. Поэтому я буду не против. Ух ты, сколько солнца. Слушай, у меня клубнички не было. Я не знаю, что тут. Ух ты, нифига себе, куда она улетела? Куда улетела клубника? Так, я не знаю, что делать. А, но мне забустованные. У меня тут растения все забустованные. Я не знал. Мы тогда легко пройдем это. Ух ты, у меня это тоже забустовано. Офигеть. Офигеть. Давайте ускорим, а что еще делать? Так, нам нужно больше солнца. Так, окей, лови. Лови, держи. Смотри, блин, нет. Ух ты, нифига себе, она взрывается. Обалденно здорово. Надо больше вас сажать. Так, круто. А, клубничка не готова. Задержите ее. Она еще должна созреть.
Блин. Плохо, плохо, плохо. Так, я давайте заморозим. Можем всех замораживать. Так, на время отлично. Они не пройдут. Тут еще будут атаковать. Мы пока что клубнику сажаем. Ух ты ж, ёлы-палы. Так, все назад. Раз, два, три. Ух ты, мы просто всех разнесли. Офигенно. То есть тут я могу полагаться только на клубнику, я так понимаю. Так, все назад. Клубника пошла. Клубника пошла. Ух ты, нифига себе! Что такое? Вы видели это мегазрыв? Офигенно здорово, я сам в шоке. Я не думал, что так будет. Так, всех заморозим. Раз, два, три, погнали. Так, всех взорвали вроде. Блин, не готово, еще ничего не готово. Ну-ка назад. Травим. Давайте мегавзрыв попробуем. Или, ну давайте, ладно, мегавзрыв. Так он по центру, да, этот мегавзрыв? Раз, два. Он на центр располагается, так понимаю. Так, ну-ка. Бабах. Давай еще раз. И еще раз. Так, ну-ка. Протравим. Ну-ка, давайте мегавзрыв, мне нравится. Он всегда на центр вылазит. А, он улетает, если никого нету. А, можно маленький взрыв организовать. Нифига себе. Ну, самый сильный. Все, понял. Тут можно вообще слабенький-слабенький взрыв организовывать. Слушай, а мне понравилась клубника. Она офигенно крутая. Так, что у нас тут? Еще я хочу продолжить. Давайте, ребятки, продолжим. Ух ты же, ёлы-палы. Я думаю, тут будет сложно. Так, вот эти полностью ездят. Предлагаю сделать сюда, поставить. Сразу взорвем. Так, у нас новое достижение. Я теперь пушечное мясо, пушечник. Сюда я никуда не могу поставить, да? То есть я должен обязательно... А, нет, я могу ставить. То есть сюда я ставлю пушки. Так, ну-ка, попробуем вот так. Да, блин, ты можешь прыгнуть? Отлично. Блин, что мне с ними делать? Это все плохо, это все плохо. Да взрывайся ты, блин. Что мне тут делать? Офигеть, как же сложно. А, все, они взорвались. Фу, боже мой, я так долго не смогу. Так, давай сюда. Взрывай. Сюда тоже. Отлично. А теперь она будет спать. Блин, черт подери. Что мне делать теперь? Давай попробуем током. Так, надо избавиться от этих пушек. Отлично, готов. Блин, а как я это переживу-то? А, она может пушку взорвать. Офигеть. Слушай, я так долго не смогу.
Да блин, короче, надо стрелять. Да так несправедливо, нельзя так. Что у нас есть? Подожди, а, все, я не могу. Я не выдержу. Блин, я долго так не выдержу. Уничтожь ее. Ее тоже уничтожь. Так, что у нас осталось? С одной стороны уже прошли, со второй прошли. Офигеть. Почему такой сложный челлендж? Так. Ждемся. Поближе пускай подойдут. Ах ты ж, слишком далеко. Давай, ближе, ближе, ближе. Взрывай! Отлично. Так, прыгай. Я близко не могу подойти. Так, вот ты еще прыгай. Блин, не достал. Так, ладно, сейчас ты допрыгнешь. Фу, неужели я справился, да? Или еще будет последняя волна? Последняя волна, кажется. Сразу, сразу взрываем. Блин, не достал, вот прикол. Надо как можно быстрее стрелять. Ну-ка, ты успеешь допрыгнуть. Отлично. Это было самое сложное испытание пока что. Так, достижение. Да, золото у меня и реальные проблемы. Так, нам надо немножко деньжат. Ну что же, продолжаем наш четвертый уровень. Надеюсь, у нас все получится. В принципе, ох ты ж, ё-моё. Не факт, что мы победим. То есть они должны за пределы выйти. Окей. Что-то я слишком часто много сказал, окей. Так, ладно, что мы тут будем делать? Пока что ничего, пока что собираем, ждем. Так, предлагаю вот этого гада устранить. Бадабум, отлично. Эй, нет, нифига не отлично. А что ты у нас делаешь? Что она делает? Так, предлагаю вот этих взорвать. Падаешь. Отлично. Ну-ка назад. А у меня буст-то закончен. В смысле? Нет, нет, нет. Я не понял. Я неправильно делал. Так, взрывай. С какой стороны идут? С какой? Вот с этой. Блин. Это сложно, слушайте. Окей, пробуем еще раз. Немножко по-другому начинается. Так, пробуем так. Это куда прилез? Смотри, что делает. Да нет, 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 нет. Да блин, стоп! Кыш отсюда. Что это все значит? Так, ну-ка, раз. Два. Ух ты, я промазал. Да ё-моё, ну что такое-то? Я заметил, каждый раз рандомно по-разному все происходит у нас. Так, ну-ка, давайте поставим сюда. Сюда. Нифига себе, она с одного удара выносит. Так, отлично.
Давайте попробуем вот так. Вот так. Так кто-нибудь устранит это? Кыш отсюда. Да что ты будешь делать? Я не успеваю замечать, что происходит. Так, полетел. Я реально не успеваю. Они еще живы. Да кто готов? Кто готов? Сюда ставь. Погнали, погнали. Так как же все сложно-то? Так, давайте отсюда, отсюда пойдут. Так, окей, не даем ребятам дойти. Просто много-много морковок ставим. Да что ты будешь делать? Смотрите, что он делал. Да, пожалуйста, ну... Ну, можете добить-то. Я уже всеми способами пытаюсь. Так, давай. Погнали. Че, он еще живой? Слушайте, а вот эти сильные. А вот у кого комок есть? Офигеть. Вау, ты еще... Откуда ты появился? В общем, они не должны наступить на цветок. Они могут его перепрыгнуть, но наступить им нельзя. Я это сделал, я не верю. Я не верю в это. Не получилось. Так, пятое. Пятое задание. Смотрим, что там. Блинский. Так, пока что не кипишуем. Так, откуда пойдут? Сюда, значит, делаем. Замораживаем. Так, надо прыгнуть. Арбузня. Так, у нас по всем линиям, да, хорошо? Так, поэтому надо больше. Замедлим. Так, где все плохо? Где все плохо? Давайте сюда. Офигеть, да что ты будешь делать? Арбуз. Да дайте же что-нибудь. Так, арбуз. Используем арбуз. Арбуз надо защищать. Так, где еще? Арбуз пошел. Я не знаю, как я отобьюсь. Их просто тьма тьмущая. Так, прыгай. Ну куда ты прыгаешь назад-то? Офигеть, как вас много. Так, сюда прыгай, вперед. Так, вперед. Пока что оставим. Арбузня. Давайте, выходите все, все выходите. Пускай все выйдут, и сейчас арбуз бросим. Все, бросаем. Офигенно. Так, ну все, сюда можно поставить. Отлично. Прошли, ну я бы не сказал, что прям легко. Но мы прошли. Отлично. Принц.
Сейчас вали отсюда. Фу, мы это сделали, ребята. Остался последний уровень. Так, ну я бонус один потратил. Последний уровень. Надеюсь, у нас получится. В крайнем случае, у меня есть один бонус. Один только. Ух ты, я ненавижу тех, кто этими кальмарами стреляет. Банан. Так. Так, хорошо, давайте начнем с бананов. Какого лешего? Ну-ка, вали отсюда. Он унес, смотрите. Он унес банан. Банан. Так, более-менее нормально, да? Так, бананы. Бананы пошли. Так, а теперь давайте по всем. Так, это было здорово. Но очень быстро. Где бананы? Мне нужны бананы, срочно. Сюда, 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 давай. Так, еле отбились, блин. Мы так не сможем отбиться. Так, вот сюда надо. Банан сильный. Блин, я только развился. Так, сюда. Надо устранить. Ух ты ж, ёлы-палы. Вон кого надо убивать. Да блин, хоть переигрывай. Я не знаю, но мы постараемся, конечно. Но очень плохо, конечно. Так. Какой у нас защищенный остался центр? Так, а все, защищенных больше нету. Поэтому давайте вот этого устраним. Так, все. По низу пускай идут, а по остальным участкам нет. Все, выстреливаем. Так, надо вот этих убить. И еще раз. Получилось, да? Но это было сложно. Все, ребят, я прошел. Оказывается, прошел. Аж небольшая ошибка случилась. Но самое главное, мы прошли. Что нам дадут тут? Во-первых, 2500 золота. Это нормально. 10 апельсинов. Отлично, скоро третий левел будет. Так, 10 арбузов. Отлично. О, таких у меня не было, по-моему. А, нет, было. Я пока что не разблокировал. Так, 10 штучек. Хорошо. 10 клубник. Вот клубников у меня не было. Да, наконец-таки. Если будет, мы ее разблокируем. 10 бананов, по-моему, были. Оно очень мало. Хотя бы можем прокачать. Что, ребят, мы квест выполнили. Этот квест, у нас еще есть время, по-моему, 3 дня, да? Мы с вами тоже выполним, но чуть-чуть попозже. Также у нас батл появился. Тут можно посмотреть, я на втором месте. Ну, давайте разок примем участие. Под концовку. Так, моя любимая тактика. Давайте, знаете, что возьмем? Спасибо, что за помощь. Вы мне объяснили, как правильно играть. Все-таки мне надо много, допустим, солнца будет много. Давайте крабов тебя возьмем, которые бьют. Которые вдаль бьют. Тебя, допустим.
Давайте тыкву все-таки возьмем. Все, состав выбран. Так, теперь делаем расстановку. Несомненно, конечно же, нам надо будет, нужно будет много солнца. Так, отлично. И у нас будет 350. В общем, let's go. Там посмотрим. Так, больше солнца. Смотря откуда они пойдут. Допустим, отсюда, да? Так, хорошо. Крабов будет немножечко сверху. Потому что тут у нас будет тыква. Так, отлично. Замечательно просто. Так, куча, 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 куча. Куча мало пошла. Офигенно. Так, по-моему, это самая лучшая тактика. 6000 у меня уже. Так, отлично, есть. Так, ну прямо тут сюда взрывать. Отлично, больше всего дают очков за это. Чем быстрее мы их убьем, тем будет лучше. Так, крабов давайте ставим. Так, взрываем все, взрываем. Отлично. Так, ну у нас уже просто идеальная, идеальная тактика. Больше солнца. Больше солнца, больше крабов. Так, жги, все, жги, жги, жги. Надо еще за всем уследить. Не так-то просто сделать. У кого лешего? Смотрите, что он сделал. Он просто прорывается вперед. Они с каждым разом все сильнее и сильнее становятся. Как их убить? Смотрите, они просто не горят даже. Я уже пытаюсь сделать все возможное. Нифига не получается. Так, тут надо взорвать все. Офигенно здорово. А, я, знаете, что забыл? Раз, два, три. 43 секунды у нас еще. И это все равно мало чем спасает, да? Ах ты, солнца почти нету. Так, вот сюда надо. Отлично. И просто жгем. Фига себе, 6500 дали. Так, нормально. Так, все. А, у меня 200 сколько там? Ну, в общем, мы победили. Плюс 5 нам дали. Вторая победа. Будем продолжать играть. Будем побеждать. О, нифига себе, это хорошо. Это хорошо. Хочу прокачать ее на максимум. Ну, до 5-го левела мы точно ее докачаем. Нифига себе, 10 тысяч. За 2000 можно взять этих чувачков. 14 часов осталось. Давайте возьмем. Какую-то мы им взяли каску, что ли, что-то такое. Так, ну прикольно. Ладно, ребятки, на этом я прощаюсь. Надарите всем на скорую. Пока-пока, мы еще увидимся. Я пока что на втором месте, но 4 дня у нас еще есть. Я думаю, мы сами сможем, в принципе, догнать и победить. Держимся на втором месте. Это очень круто. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. А, ну тут прокачка. Знаете что, нам надо забустовать. Забустить наших... Наше растение. Так, отлично, буст. Так, все идеально. Капуста у нас еще забустованная. Вот, ребята, еще с вами увидимся. Пока-пока. Не знаю, как еще попрощаться. В общем, спасибо, ребят, за все. И до скорого.